Здравствуйте, друзья. Вот небольшой отчет о поездке в Шереметьево до аэропорта и обратно. В Шереметьево 2 по-старому. Выехал в 7:30, в 9:30 вернулся. Туда-обратно высадил людей и уехал. Вот, смотрите, за поездочку 6,1 литра на километр. Так, 58 километров средняя скорость. Так, ну это расстояние я не фиксировал. Ну, в общем, смотрите. Вот такой результат поездки. Километраж в начале своего видео я вам покажу. Точно померяю и покажу. Ехал по бесплатной дороге, на платку не съезжал. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.